В Люберцах прошла традиционная экологическая акция «Сдай макулатуру, спаси дерево». Жители городского округа, как всегда, проявили активность и внесли весомый вклад в сохранение природы. Как все прошло, покажем в нашем следующем сюжете. Акция «Сдай макулатуру, спаси дерево» проходит два раза в год. Весной и осенью жители городского округа Люберцы приносят в центральный парк ненужную бумагу, старые газеты, журналы, книги и картон. Многим может показаться, что это ненужный мусор, но на самом деле макулатура – ценный ресурс. 100 килограмм макулатуры – это одно спасенное полноценное дерево. Это очень важно по причине того, что это наш кислород, в первую очередь. Для того, чтобы вырастить дерево, должно пройти десятилетие. Для того, чтобы его срубить, можно потратить полчаса. Надо не допускать эту вырубку максимально, сохраняя зеленые насаждения путем перерабатывания вторсырья. К экологическому проекту по традиции подключились школьники городского округа. Но на акции можно было встретить людей разных возрастов и профессий. Собирали всем отделом, может, килограмм 200 и привезли сегодня. Собирали примерно неделю. С той недели, как увидели, сразу же кинули клич и начали собирать. 2 года собирала макулатуру, теперь вот у меня 50 килограммов набралось, и я передаю на пользу, на переработку, чтобы не трогали леса. Я пришла сюда со своим классом, мы очень активно провели время. Мы собрали большое количество макулатуры и помогли нашей природе. Среди тех, кто внес вклад в сохранение зеленого фонда, глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Он также сдал макулатуру и поприветствовал участников акции. Благодаря вот этой вашей хорошей, позитивной работе, конечно, вырастет много больших деревьев. Поэтому спасибо вам огромное за это. Будьте всегда активные. Люберцы – самый активный город. Так? Весной этого года жители Люберец собрали 12 тонн макулатуры. Ожидается, что по итогам осенней акции эта цифра будет еще больше. За активное участие в экологическом проекте городской округ получит саженцы деревьев. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.